Привет, с вами Игорь. Сегодня начинается вот такой вот прекрасный солнечный день. Солнце обещает быть весь день, на небе не тучки. Вот, сегодняшний день я весь буду снимать такими отрывками, как работают солнечные панельки, ну, в основном коллектор. Вот мой солнечный массив. Сейчас он весь освещается. Сейчас 9 часов 40 минут утра. Вот. Вылазил только что, немножко почистил. Снизу там еще был немного снег. Он почти весь сполз был. Ну, там снизу сантиметров 20 так еще лежало снега. И он, этот снег очень портил всю выработку. А, то есть достаточно немного затенить панель. И все портится. Так что панель должна быть полностью чистая всегда. От снега, ну, чтобы с нее что-то иметь. Вот. Такое вот солнышко сейчас. А, уже даже забыл, как оно выглядит. Красота. Небо чистое. Первый солнечный день за много-много недель пасмурных. Так, сейчас пойдем посмотрим, что там коллектор. Вот, вот мы возле коллектора. Ну, сейчас я, как я уже говорил, 9:40. Солнце только начинает поворачиваться. Это у меня юго-западное направление. Пузя. Пузя. Ой, собачка Пузя. Вот. Юго-западное направление, поэтому солнце тут будет где-то с часов 11. Ну, весь он в такой, как вы видите, как оно сказать, винии, что ли, весь коллектор. Ну, это снаружи, это не внутри такой инии, и сверху он уже начинает оттаивать. Ну, я думаю, солнце повернется, оно все это оттает. Хотя уже на термометре плюс 4, хотя на улице сейчас минус 5. Вот, то есть температура какая-то проходит даже через такой инии, в таком вот косом падении. Панельки сейчас где-то киловатт уже выдают. Потому что панельки у меня, вот там он, видно, профиль торчит. О, ну саму панель отсюда не видно. Но профиль моей рамки, вот один и второй, вот там вот панельки. Они на юго-восток, поэтому они уже работают. Ну, не на полную мощность, но уже около киловатта выдают. Ладненько. Через часик, или когда может включиться коллектор, опять включусь. Итак, вот только что включился солнечный коллектор. Ну, он у меня включается при 25 градусах, я тут настроил. Вот, и как видите, продувка, она не уменьшает температуру, то есть он не выключается. Температура и дальше растет. Тут 27,7 уже. Вот пока взял фотоаппарат и включил, то уже стало не 25, а 27,8. Ну, растет температура. Вот, сейчас включился он в 10:27. Да, сейчас на часах 10:27 утра. Так, сейчас пойдем посмотрим на улице, оттаял он или нет. Вот, я вышел на улицу, вот в таком он сейчас состоянии. Ну, практически можно сказать, оттаял. Везде. Ну, частично еще, может, где-то там в нижних углах и не оттаял. А, капает с него, видите. Стекает и капает. Ну и капельки воды такие на поликарбонате. А та секция еще не очень оттаяла. Такая она третья только-только. Ну, сейчас она быстро оттает. Хотя поликарбонат весь мокрый. А, не вижу сейчас, есть ли там внутри конденсат, но это попозже посмотрю, пускай он снаружи оттает, сейчас непонятно. Все, сейчас выключаюсь. Включусь я еще через часик
полтора там посмотрю. Итак, 12 часов сейчас. Вот, и вот я вылез на вот эту свою конструкцию. Но наверх я вылазить не хочу, потому что тут снег и можно упасть. Это небезопасно. Вот так вот держусь тут. Сбоку вылез посмотреть, есть ли конденсат. И вот, как видите, он немножко есть. Вот где такие точки. Точки, тут были капли. Снаружи капли были воды. Вот. И вот в этих местах внутри в поликарбонате образовался конденсат. Еще вот такие вот полосочки как бы есть конденсата. Вот, видите? Вот. Внутри канала. Как раз посерединке канала. По-моему, видно. Вот. Ну, вот так, если посмотреть, то его почти и нет издалека, но вот такие вот точки все-таки есть. Вот. Я думаю, они сильно ситуацию не портят, но тем не менее неприятно, что он немного таки есть. Что-то силикагель не очень справляется. Так, ладненько, пойдем посмотрим, что там у нас по температурах. Итак, возле я терморегулятора. О, видите, 62,7 градуса. И температура растет, между прочим. Но это как раз с 12 часов он начинает выходить на свою максимальную мощность. Это где-то до 2 она будет максимальная. До 2, до 3 часов. Ну, будем смотреть, до скольки часов. Потом начнет падать. Но сейчас она растет. Видите, немного, но растет. 62,8. Ну, конечно, это не годится. Не годится совершенно. Такой КПД, очень маленький КПД при таких температурах. А, еще покажу, сейчас пойдем посмотрим, какая на улице температура. Сейчас морозец такой есть. Вот, а снизу я ставил вот этот радиатор. У меня его раньше не было. Это 1,80 м радиатор 22 типа, 1,80 м на 50 м. Вдобавок своему тепловому насосику нагрузил я так. И еще там есть 1,40 м. В другой комнате на 50. Ну, про радиаторы это в другом видео, про тепловой насос. О, и пришлось мне обрезать вот эти трубы. Они у меня были до самого низа, ну что я никак не мог этот радиатор запихнуть. Он тяжеленный такой, 40 килограммов. Вот, и большущий, ну никак тут сюда его было не запихнуть. Обрезал. Вот, и получилось у меня вот так вот. Вот это вот всасывающее, вот это выбрасывающее. Вот такой сейчас. Сейчас такой, ну, горяченький довольно воздух отсюда идет. Да. И разделил вот ДВПшкой, чтобы типа замкнутого не было. Короткого замыкания, так сказать, чтобы воздух этот сюда и шел. Да, довольно такой жаркий воздух идет. Но. О, смотрите, уже 63,2. Уже 63,2. Ну это вообще капец. Вот это да. Так, ладно, сейчас пойдем посмотрим температуру на улице. Так, а на улице у нас сейчас -3, да? Ну да, -3. -3 градуса. И вот так вот сейчас работает коллектор. 12 часов. Ладненько, отключаюсь. Через часик-полтора еще включусь. Итак, сейчас 13:45. А, без 15:02. Солнце уже светит прямо на солнечный коллектор. Вот, можете увидеть по вот этой вот штуке. Она
тень создает, как раз вот тень от нее прямо так вот и падает. Вот, то есть солнце светит ровно 90 градусов на коллектор. Вот. И сейчас там максимальная температура. Ну, сейчас пойдем посмотрим, какая. Итак, вот я возле терморегулятора. И что мы видим? 70,5 градусов. Это просто капец. Вот это поднялась температура. Ну, это уже максимум. Она уже так держится минут 20-30. Уже она не поднимается. Я думаю, что она уже больше не поднимется и начнет, ну, где-то через час, наверное, она уже начнет и падать, а может раньше. Вот. Ну, понятное дело, что 70 градусов это КПД никудышний коллектора. Это можно сказать простыми словами, что все тепло практически задерживается там, в коллекторе. Оно там и стоит. То есть вентилятор его сюда не выдувает. Вот, я думал, что выдуют эти вентиляторы мои, вот, но они ее не выдувают. Отсюда дует такой, уже не теплый, уже такой горячий прям воздух, да, горяченький воздух отсюда дует, это уже не теплый, вот, так что однозначно надо ставить более мощный вентилятор, чтобы эту температуру оттуда вас забрать. Я вообще не знаю, как там этот верхний вентилятор справляется. Нижний-то там ничего. А вот верхний, это 70 градусов. Может, он уже там и сгорел, я не знаю. Работает только один. Надо будет полезть посмотреть. Так, ну ладненько. Полезу посмотрю, работают ли оба вентилятора, не сгорел ли верхний. И где-то еще через часик-полтора опять включусь. Все. Итак, вот уже вечереет. Сейчас 15:30. Вот, но коллектор еще работает. Солнце, видите, уже такое красное. Уже на закате. Я его даже уже и не вижу, этого солнца. Так вот, не знаю, как ее увидеть. О, вот там оно уже, видите? Это я руку поднял. О, ну, короче, заходит уже солнце. Но коллектор еще работает, что интересно. А, вот, вентиляторы, по-моему, слышно, как шумят. Ну, не знаю, вентиляторы оба ли шумят. Ну, что вылазил я на крышу днем. Там непонятно, как бы, два работают или один. О, ну, нижний точно работает, от него там такая вибрация идет. Вот, а верхний, что-то мне кажется, что уже все, ему кирдык. Но еще не знаю, может, он просто так тихо работает. Вот, надо снять будет этот воздуховод и проверить, работает верхний или нет. Ну, пока что пусть так. Так, идем смотреть, какая сейчас температура. Так, вот мы возле терморегулятора. И еще идет 38,7 градусов. Но уже падает. Падает и очень быстро падает температура. 38,5. Уже 38,4. Вот. Ну, солнце уже заходит. Оно уже вообще там практически на горизонте. Вот, поэтому и то удивительно, что он до сих пор работает. Панели уже давным-давно выключились, но панельки солнечные сегодня тоже выработали 5 киловатт-часов. Да, мой массивчик 4-киловаттный 5 киловатт-часов сегодня выработал. Вот, отсюда еще дует теплый воздух. Тут уже не видно под полкой. Уже все. Но еще дует. Вот. У меня в доме сейчас, не знаю, видно градусник, не видно. О,
Отак видно. 22. 22 градуса. Вот, пооткрывал двери везде. Во все комнаты, чтобы тепло шло. Вот. И тепловой насос я сегодня днем даже и не включал. Вот. Я ее включал ночью аж последний раз. Ночью включал. И вот, пожалуйста. Ну и судя по всему, по такой температуре в доме довольно тепло. И снизу тепло, и сверху хорошее перемешивание воздуха благодаря тому, что воздуховоды внизу оба, и всас, и выброс. Вот, то я тепловой насос, может быть, включу аж ночью. Ну, после 11 точно. Но уже по ночному тарифу включу его. Ну что, я вижу так, что будет довольно тепло, температура не упадет. Ну вот, вот этот вот день, в принципе, вот этот сегодня 6 декабря, доказал то, что я и хотел, что солнечная энергетика, солнечный коллектор и солнечные панели вполне могут обогреть наши дома. Вот, вполне могут в солнечную погоду даже в декабре месяце. Даже в декабре месяце. Главное, это, ну, самое меньшее солнце. Самое низкое оно сейчас, самое меньшее тепла дает, энергии. Но, тем не менее, этого хватает, чтобы обогревать жилище вполне. Вполне. Я вам скажу это с полной ответственностью и уверенностью. Вот, что хватает. Панели плюс солнечный коллектор выдают достаточно. Сегодня мне выдали достаточно энергии, чтобы целый день не включать тепловой насос. Это при отрицательных наружных температурах. Вот. Да, и я ее уже, как говорил, не буду включать. Ну, ночью аж включу. Аж ночью, да. Где-то там. Не сейчас. О, сейчас в доме тепло. Ну, вот и все. Сегодняшнее видео буду заканчивать. Все, пишите все в комментариях, что вы об этом думаете. Всем пока, до следующих видео.